Авргас тргенже пызыках мар ялбур, юламан. Яли пызыках мар булинде, унды яндашсем шуцар хастар, пулдарулла харзар. Шывах шак ялданде, кашни жул шимикумен, юламан шудызем ятла уяв ирдеть. Кашхине пушланза ирчен тазалать. Шене уява пужарза ярагане, восход хужалыгын ердужи Алексей Яковлевич Ивановой. Итышерде пушлыксем хызен кысизене укша тулдар матрышна тапхырда, Алексей Ивановой хыын таван ялне чаба кларасы жын шунат. Ял ежа еш тада пурныш условизене лайхладашын. Таван халыхын авалдан пыраган жыла ергизене, тэншен, үры, жыл ергизенбе пер туза явать. Юламан яле, шерживын чи евар тапхарнже, шак юлашки улдыши жылу хушынче, печек хулана шаврынза пыраганскер, хоть камрада үры ымзану, мынашлану, хебірдану шурадать. Ахальден каламандыр жау халхымырда, ергәлі пушлық пулзан, пурнышта ергәлі. Башқұртыстан дуслық илі, һәрбір милләт уның гүлі, и под мирным белым небом, и чтобы троица, я бы сказала вот тремя словами, это мир, дружба, труд, чтобы всегда только с нами рядом шли. Дорогие друзья, уважаемые соседи, у народов Башкортостана есть добрая традиция. Итоги, прошедшие за шесть, показываете, как возрождается нация, духовно возрождается. У меня вот сегодня есть конкретное такое предложение. Вы знаете, есть указ президента по Кабардино-Балкарскому району, конкретно по деревне Сулук Чишма. Значит, такое конкретное предложение. Значит, кабардино-балкарцы и абхазинцы всегда были добрыми соседями, соревнующими соседями. И я бы сегодня пожелал, чтобы сегодня колхоз «Восход» и колхоз «Родник» Кабардино-Балкарского района стали вот такими же соревнующимися. Значит, я думаю, что наш руководитель встретится и эти вопросы обсудит. А сегодня я поздравляю вас с замечательным праздником и желаю вам, чтобы всегда белые ночи всегда были над нашими головами. Мирные ночи. В честь наших гостей, в честь нашего президента, из 22 залпов пиротехники Пушкари Челябинска сейчас будут стрелять.